Всем привет! Давненько я не снимал видео. Как вы видите, на дворе настоящая весна. Сегодня 3 марта, я нахожусь в Киеве. И вот такая вот погодка у нас сегодня. И да, это не Анталия. Сейчас там солнышко. Смотрю видосы своего друга и товарища Назара Давыдова. И решил записать такой небольшой коротенький обзорчик на погоду в Киеве 3 марта. Собаки гоняют. Показать уровень снега. Буквально за пару дней вот такой объем выпал снега. Ну что же, пора искать подснежники. А всем тем, кто заскучал за солнышком, яркой погодой, Анталией, рекомендую найти на YouTube канал Назара Давыдова. А что найти? Я вам ссылочку в описании оставлю. Можете наблюдать, какая сейчас обстановка в Анталии. Как там плюс и плюс 20 и больше. Вот. У Назара очень много разных интересных видео. Наблюдаю, скучаю, так сказать, за Анталией. Смотрю его видосики и вам советую. Ходить можно только по вытоптанным тропинкам. Вон, давайте сейчас пройдем к озеру, которое, скорее всего, замерзшее. Сейчас на нем много, наверное, детворы катается. Вот такая обстановка. Весна, однако. Да, снегом не обделили. Ух ты. Прям через озеро уже тропинки. И не одна. Такое ощущение, что озера здесь и не было. Снега навалило еще больше. Все замело. Вот так я посреди озера. Конечно, удивляться нечему. Минус на улице, однако. Даже голубь встречает весну. Зато детишкам большие горки снежные. Вот столько снега. И вот такие покатушки. Даже горку сделали с таким подъемчиком. Для детишек лепота. Даже горку с трамплинчиком сделали. Вот такую. Опа! Много снега — это хорошо, но когда он начнет таять, будет, конечно, полная жесть. Но сейчас стоит любоваться этим снегом, наслаждаться, так сказать, весной.
на лавочках сильно не посидишь. Все лавочки в снегу. Ну что же, спасибо, что досмотрели до конца это видео. Надеюсь, буду выпускать в дальнейшем тоже небольшие ролики. Если вам, конечно, интересно, напишите в комментариях, нужны ли они вообще на моем канале, так как мой канал, в принципе, был про Анталию. Ну а сейчас, как видите, я не в Анталии, но погодка интересная. Так что всем пока, до новых видео. Если все же вам интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в соцсетях этим видео. Всем пока и до новых встреч!